Всех привет, РК Йордан, Будний путь, Рио-де-Нувью. Чтобы я объяснил, меня несколько раз уже говорили, скажи то, а вот я начинаю в роликах и забываю, да, это Вене, это не... Ну, какой план был? План был... не сложный, чтобы вся эта недвижимость, которая должна остаться, стать моя за то все, что меня сделали, эти предатели, эти магиосницы, вуду, бабы яги, ведьмы и все остальное. Я же надеялся. Ну вот и этот светильник, я уже сказал, это больше в цивилизации нашей, то в центрах, царях, и то вот не будет, никак, никогда, в том числе имею в виду в ЦИВ-9, когда Steam делает. Когда это будет, вместе думаю с Илоном Маском, может быть, он уже покупил ту платформу, те люди, которые разрабатывают наша игра, цивилизация, вот, которую я так люблю. Уже нет деньги покупить компьютер, блядь. Вот, ну, я надеюсь, что их позже там не поставить, они не будут существовать. Или как-то, я думаю, что есть вариант какой-то, ну, только до та эпоха, вот, то будет как-то до та эпоха какая-то, и потом больше не будет возможно то и пользоваться такого инструмента. Так, вот мы нашли, как, где средний путь. Что я думал делать? Самые нормальные вещи, чтобы небольшой ремонт и поставить там в аренд отдавать. И вот такой аренд, как это, Airbnb, как назывался такой сайт, есть, да, где людей, кто приезжает за что-то, как, там туризм какой-то, пользоваться, пусть оплачивать одну ночь и все, и так, и расходы, конечно же, легко уже было бы, чтобы их заплатить, ну, автоматическую такую, чтобы как-то открывать и закрывать такой автомат, да, есть такие. Вот, есть и лучшие такие, которые, возможно, с карточку, сим-карты по интернету, да, пусть приезжал я здесь, там, на, вот, на озеро, и здесь бы мог это заниматься, менять белое, все остальное, и в то время и работать, и заниматься, и с какая-то политической деятельностью, и тоже, в том числе, так надеялся. Ну, меня опозорили, все. Ну, социальное, помогать, я же тоже хотел, знаете. Многие вещи, ну, вот то, у меня небольшая инвестиция была необходима, чтобы мою машину могу сделать. И собственность, конечно же. Я же даже сказал, давайте, ну, не сразу вся собственность, ну, то, что сначала вот это, как говорю, три девятки, да, вот первое, вот это как-то 30% без, ну, 27%, да, первые 27%, давайте это, где вы, блядь, предложил, ну, никто ничего не делает, наоборот, вот, меня всячески это воспрепятствует, так как я уже не вижу, как это могу сделать. Наоборот, я
буду здесь, если я останусь, я буду сделать и еще больше и больше долги. И потом что? А потом что? Объяснить. Потом уже что? Что хотел я? Ну, простить я не буду простить. Я кого и как и обмануть могу? Я не могу, я сам собой не могу обманывать и вас обманывать не хочу, и сам собой обмануть не могу. Вот, я простить не могу и не хочу. То, что могу сделать, пусть как объяснил, вот, заботиться на ту вещицу, магиосницу, да, или там, и все. Остальное уже объясняли это. Хотели вы оставить мою дочку там в покое, чтобы с ее не имел ничего общего? Ну, сказал, я не могу ничего сделать. Если вы то хотите, они то хотят, все то хотят. Вот я не хочу, блядь. Ну, чего могу сделать? Что? Остановил, говорит правду. Вот это не могу тоже сделать. Правда всегда буду сказывать. Пришли, дали мне наоборот все, что у меня украли. Так как разговаривали раньше, на три траншах, да. И я занялся делать то. Вы, или там не вы, они все оставили меня в покое работать и делать все такое. И вот тогда, ну опять я ж буду всегда поддерживать Россию и моих, людей и Донбасс, и всегда буду с киргизской ленточкой, всегда их буду хоть искать возможность видеть миром и приезжать в Россию. Так что я не знаю, имею в виду, что нормальные вещи. Вы меня спрашивали, какой план. Ну вот тот план. Они не хотели. Что я могу сделать уже я? Что-то другое тоже должен был объяснить. Уже забыл. Ну вот, да, может быть, эти две вещи. Какой план? Вот такой. И за то, что все, что сказал раньше, предлагал, все так и осталось.